В этом замкнутом круге, крути, не крути, не удастся конца и начала найти. Наша роль в этом мире прийти и уйти. Кто нам скажет о цели, о смысле пути? Я хорошо помню тот теплый летний день, когда родилась Таттебебе, хотя мне было всего 4 года. «Сюинчу, добрая весть!» — услышал я голос бабушки Джумакан. Она подошла ко мне, поцеловала в щеку и сообщила, что у меня появилась маленькая сестренка. Это было 12 июля 1944 года. Наш дедушка Турсунбай решил назвать сестренку Таттебебе, что означает «сладкая». Көрсө ошол жыл 1944 жылдын 12 июль күнү Таттебе бул жарык дүйнөгө көз жарып келген күн экен. В 1960 году Таттебебе заканчивала 10 классов. Тот год во Фрунзе проводился республиканский конкурс самодеятельного искусства, на котором Таттебебе за исполнение песни «Гюлькаир» присудили 1-е место. Видимо, поэтому в один из дней к нам в Чаек приехал представитель киностудии и сообщил, что Таттебебе утверждена на главную роль в фильме «Песня Салимы». Это был ее первый шаг в мир профессионального искусства.
Салимандыр киносын тартып жатканда Ташкендеги театралдык институттан Во время съемок песни Салимы в Киргизию приехал преподаватель Ташкентского театрального института Яков Матвеевич Лобач для отбора будущих студентов в Киргизскую актерскую студию. Вместе с прошедшими конкурс и зачисленными на курс я с Таттюбебе уехал в Ташкент. Ошол үндөө менен таттуу экөөбүз ата энебизге айтпай Ташкентке кетип калдык. Вы знаете, когда я первый раз увидела Таттюбебе, я была поражена тем, что она какая-то была удивительно женственная. Не хорошенькая, а вот какая-то прекрасная своей женственностью, своей неповторимостью. Это моя такая боль, я не могу о ней спокойно разговаривать. Я не могу до сих пор пережить ее смерть. Она была талантлива, но она же не раскрылась полностью. Она не сделала того, что она могла. Она не выдержала эту жестокую борьбу, которую предлагает каждому творческому человеку жизнь. Потому что вокруг нее оказались люди, которые не понимали, что ее повторить больше нельзя. В одном человеке столько не может сочетаться. А когда он появляется, надо не завидовать, не хвалить, не ругать, не оскорблять, а дать ему силы развивать. Не ради нее даже, а ради, я не знаю, киргизского народа, который рождает талантливых людей. И до нее были они, и будут, наверное, но ведь каждый талант неповторим. Когда появилась эта очень красивая, очень талантливая девочка, к ней потребительски отнеслись. От нее начали брать то, что каждому казалось ему нужно для его спектакля, для его фильма. А она требовала другого отношения. Понимаете, она еще не созрела, еще не выросла, она еще не обрела себя, она еще только готовилась к полету. Она могла такое еще сделать. Как я могу к этому относиться спокойно? Понимаете, вот как же вот сохраняются такие таланты, как Мария Казарас, певица, вот эта гречанка, предположим, Френи там и так далее. Им же создают особые условия, очень строгие, строгой работы, ответственности, дисциплины. Понимаете, когда человек живет в атмосфере творчества, он не тратит себя на борьбу с какими-то ненужными вещами, которые их окружают в театре. Понимаете, если бы она была только внешне красивой, ведь она была удивительно внутренне. Если она в чем-то и сорвалась, то это, наверное, была ее реакция на окружающий мир, который, в общем, был к ней недобрым. Своей любимой. Я тоже. Любимого тоже ищу. Синева, белизна. Не могу ухватить. Не могу. Белизна. Синева, разноцветные пятна. Ничего. Я лицо твое видел когда-то давно. Не припомню, но видел. Да, видел я где-то. Thank you.
Лермонтом быть ушинда ваш керек. Мне посчастливилось видеть нашу прославленную балерину Бибисару Пишиналиеву на сцене. Простая, ничем не выделявшаяся среди окружающих, она вдруг преображалась, стоило ей только ступить на сцену. Этот особенный дар, талант, умение мгновенно, легко и свободно преображаться, так органично объединяет разных по возрасту, но удивительно схожих с силой внутреннего обаяния и темперамента актрис Бибисару Бишиналиеву и Таттубибю Турсумбаеву. Говорят, Бог сам создает таланты, но сам же от зависти раньше забирает их к себе. В этом, наверное, есть доля истины. Потому что многие талантливые люди покинули этот мир еще совсем молодыми. Одна из таких талантов – Таттубибю Турсумбаева. Когда смерть погасила свечу, освещавшую талант Таттубибю, ее место осталось невосполненным. Будут еще своеобразные, интересные актрисы. Но такой, как она, уже не будет. Думаю, что со мной можно согласиться. Бул балкондон азырмага кандай шоола кезикти. Джульетта. Терезеге кел күндөй жайнат. Айдагы жалтанууда сен абайлап. Ансызда айтарды тарып ичи, ак жүзүң айды басып турган кези. Кургана такваланба, боюн бакпа. Жолукту бетиң жапкан алып ташта. О сүйкүмдүүм, о жаным менин, о көрөр күнүм. Эс кадырын өзү билбей турат бирөөгө сүйлөгөнсүп ал шыбырап. Жаркырап көктөн эки жылдыз качты. Турушмак Жульеттага жакындашып, турсак дейт көзүңүзгө биз нур чачып. О, чиркин, чыны менен анын көзү калсачып албал жана басман көрүнөп, нурунда булбул сайрап чардар эле көз нурун чыккан күндө бар ким ойлоп. Турганым, чекесине колун басып, ойлонду экен эмнени кыялташып. О, чиркин, мен сенин мээлейиң болсомчу, же мени сага мээлей кылып койсочу. О, арман. Периштем, караңгыда мен жөнүндө балконда кандай ойун айтып салды. Учасың бийик көктө сыр баяндап, таңдантып жерде турган адамдарды. Ар бир жан, бир өзүңө салат көзүн, асманда эргип сүзгөн сенин өзүң. Ромео, аяныштуу сенин атың. Кеч атаңдан, атыңды башка койгун. Болбосо, аялды калгын мен. Көз жумдум, баарысына макул болду. О, чиркин, кабыл алам жаным менен. Периште колун берсең өзүм деген өлсөмдү атканыңды аткарамын. Мен үчүн атыңыздын өзү жаман. Башкатка көчсөм зыян болбос саган. Мантекке деген эмне? Кетпес дартпы? Кол бутту бүт бойду бүт чырмаган. Дүйнөдө башкатты таппадыңбы? Дүйнөдө гүлдөр тамбайт өз жытынан. Эгерде айтпай койсоң аны гүл деп, гүл өзү жакшы болсо ар качан гүл. Түр өзү көркөм болсо өзгөрбөс түр. Ромео. Кандай ака көрсөң дагы сыймыгың кетпес эле башында. Атыңды чын мен десең бөлөк койчу. Джульетта сага тартына кашындагы.